Приветствую вас, дорогие наши зрители и поклонники нашего творчества. Несмотря на то, что этот год был очень тяжелым для нас и для всех, и по мнению некоторых наших фанатов, только копья в жопе не хватает. Тем не менее, мы сделали несколько хороших вещей. Во-первых, мы выпустили альбом Never Alive. Выпустили сопровождающий качественный клип 2012, который рекомендую вам посмотреть. Снимали его своими силами, изъездили полстраны, чтобы получить удачные кадры. Поэтому, если вы посмотрите и поставите нам лайк, мы будем просто счастливы. В этом году мы помотались немножко по стране, так чуток. Играли в разных городах, в датах, кстати, в городах некоторых, очень эпизодных концертов, на очень эпизодных. Мы живем как твари, бухаем как суки, блин, и прочее говно. Вот, причем после каждого концерта, но я не знаю, как остальные, я точно думаю, если не сдохну, блин, то в следующем году, может быть. Надеюсь, в новом году у вас будет новая красивая футболка нашей группы. Покупайте в нашем магазине и будете выглядеть очень модно и креативно. Паша. Хочется передать большой привет всем нашим коллегам-музыкантам, с которыми мы делили сцену. Это, во-первых. Во-вторых, хочется передать охуительный привет нашему концертному звукорежиссеру Сане Мальгину. Еще хочется передать нашему студийному звукорежиссеру Евгению Виноградову, потому что вот, блядь, молодец, женя, и, блин, просто больше нечего сказать. Мы к тебе еще придем. Успехов, там творческих подъемов, блин, прочего говна. Главное, чтобы все были живы, здоровы, чтобы никто не сдох. Вот это все самое главное, что хочется пожелать в следующем году, потому что действительно самое главное, чтобы никто не сдох. В следующем году вы услышите некоторые новые песни от нас. Ну, уже немножко так. Может быть, даже новый альбом. Опять же, не точно, но у нас он уже почти... Блин, что-то я распиздился, по-моему. Короче, с Новым годом всех. С Новым годом. С Новым годом. Новым годом! Улыбайся, Паша.